видосов. Спасибо большое, масон явной лажи. А вот видео напоследок, не музыкальное, пранк. Всем не люблю здорово. Пранки, наверное, но многие посмотрю. Из вас видели в интернете такую фишечку, когда люди вот так вот обхватывают столб, вот так садятся, и потом все, не могут отсюда выбраться. Как сейчас я, да, не выберусь. Подними меня, подними. Вот, и... Все. Это что за хрень? Короче, мы сейчас будем делать то же самое с людьми под видом благотворительной организации, что мы спасаем коал, и им надо сфоткаться как он. Сзади, возьми за плечи. Что за хрень? Можно вот так вот к столбу прицепиться? Я вот прям как... Подними, реально больно. Не смешно. Ну вы поняли, короче, что мы будем делать. Все, погнали. Ребятки, привет. Давайте в одной офигенной теме поучаствуйте быстренько. Нам тут надо буквально пару человек и все. У нас благотворительная акция, денег от вас не нужно. Международная благотворительная акция в защиту коал. Вот, оплатим сколько на фотографии. Денег не надо. Да. Коал любите? Любим коал. Вот, давай запишемся, и мы тебя сфоткаем, и наши спонсоры от твоего имени переведут 1000 рублей в помощь коалам. Классная тема? Классная тема. Ну все, давайте. Да, правда, фотка не самая простая, сейчас мы покажем, что как. Здесь столб, он как дерево, да, и там вот в определенной позе надо фоткаться, типа, как ты коала. Подходишь к этому столбу, вот так вот ногу ставишь, левую сюда. Вот так ее чуть-чуть вперед, правую под нее, и потом левую вот так вот опускаешь, вот туда, за столб, садишься, мы тебя фоткаем, и типа коала в позе лотоса, ну такая тема, понял? Да, прикольно. Вот, давай, попробуй, если что, я тебе сейчас подскажу, заново все сделаю. А, и теперь эту ногу за столб, не спи, вот, да, вот. И садись. Вот, сядь, вот сюда, под колено, прям под колено, повыше, да. И вот эту теперь за столб, чтобы, не-не-не, с другой стороны, вот с этой, да, и теперь полностью садись. Так? Да, до конца прям сядь. Так, улыбайся, помогаешь пандам. Так, сядь. Подожди, одну секундочку. Алло. Мы где эти? Где сцена? Амфитеатр где? Ты где? Подожди. Смотри, вот. Он, короче, нас разводит, он уходит, по-моему. Чтобы ты сел на как в позе лотоса. Вот, и садись. Прям до конца садись. Так, улыбайся. Сейчас, секунду. Алло. Алло. Мы в заряде, я же тебе говорил. Вот где. Сейчас, секунду. Где сцена? Где сцена? И вот, чуть подальше отходишь. Вот, да, так же улыбайся. Сейчас. Можешь чуть-чуть буквально пониже. Так. Хорошо. Сейчас, подожди, секунду. Вытащи меня. Чувак, приподними. Алло. Как я тебя подниму? Я понимаю. Не работает. Позови его, блин. Кого? Фотограф. Ничего не можно меня. Так, сейчас, секунду. Там где уже, извините? Пиздец. Алло. Мы в заряде, я же тебе говорил. Где вот это? Где, как это, амфитеатр? Я вылезу отсюда, должен. Нет, я не встану. Он не может вылезти, не может. Иди сюда. Мне надо привстать. Я сел на ногу. И ногу убрать. Я не встану, там ты прикол. Бля. Нет, все, не встану. Егор, да ты что? Я серьезно? Сейчас я позвоню, скажу, что мы заканчиваем. Сука, что умирают? Так. И улыбайся. У кого ты счастливая коала? Так, сейчас, секунду. Сейчас, подожди. Алло. Вот мы здесь, где этот, где амфитеатр. Сейчас, подожди секунду. Где амфитеатр? Вот, смотри, я поднял тут руку. Приглашаем вас совершить захватывающее и незабываемое путешествие по художественной инсталляции «Повелительная Ледяная Пещера». Сейчас, Сереге, позвоню, скажу, что мы закончили. Смерть, как выйти?
Ну помогите челу. Оставь меня здесь. Зачем мне позвонить? Я тебя не могу поднять. Можете помочь? Меня заставили сфоткаться. Я не могу вынести. Пожалуйста. Как ты попался на такой старый прикол? Я не знаю. Подожди, фотку же не сделали еще. Я не могу, чувак, ну блин. Ладно, давай поднимем. Пошу. Его поднимает, его пытается помогать ему. Не она помогает, чего мужик помогает. Пойдем назад. Прикол, походу, вообще древнерусский. Старый прикол. Все, спасибо, братан. Серега? Ты прям как чуял сразу, говоришь, это как пранк, да? Я не отвечаю, ну очень похоже. Это пранк, наверное, такой говорит, ну все. Чувак, прости, пожалуйста. Нормально, чё, как тебе? Все, спасибо. Ну, классная тема. Все, спасибо. Все, тихо. Всем спасибо за просмотр. Огромное вам спасибо за то, как вы проявили активность на человеке. Проблемы, тренды, вы красавцы. Если на этом ролике будет похожая ситуация, то будет просто супер. Я надеюсь, вам все понравилось. С вами был Стас Йорник. Подписывайтесь на мой инстаграм. Прикольно. Спасибо.